Моя фамилия Вайшельбойм Михаил Аронович. Сразу в первое время, ну, были там плавать, ловили там прохожих там. И ходили по хатах там, немного там, кажется, шукали ценности. Больше полицаи. Немцы, фронтовики, они не занимались этим. А полицаи сразу организовали, была ця рада, міська рада. Там управлял Родер, немец управлял, местный Родер. Дуня и Петрова, они мне дали адрес родственников своих. Это Козятинский район, я запомнил село Янковцы. Так само было у нас где-то в середине сентября, 5 часов утра, еще темно было, стучат на работу, собираюсь на работу. Ну, мама, это тогда же было в магазине, хлеба не было, она пекла хлеб. Мать, две сестры, отец, вот, и мать, две сестры и братишка. Все, значит, собрались, а мама мне говорит, что останься, я был такой, что... 13 лет, вытащишь хлеб из печи. И минут через 5-10 заходят два полицая. Квартиру. У нас было три комнаты. Так они пошли, значит, да, сразу, а, говорят, что ты тут еще ходишь? Назвали этим, ну, по-немецки юда, а по, они говорят, жиды. Что ты еще ну, назвали жидок, что ты еще тут ходишь? Я говорю, мне мать оставила хлеб вытащить. Один полицай говорит, тебе хлеб буде земля. Тут, там є дорога, тею дорогою вели. І геть не закривали, так і покинули. Зразу, зразу не загортали їх. Вони ще напівживі були, там бахне чи вб'є, чи так упхне. Все, ну, кров так піднімалася, ворушилася ця земля, піднімалася. Ну дуже страшно було, хай Бог милий. Мала була, то я ж не підходила туди. Певно підходили, бо люди кажуть, що ворушилася, піднімалася. Вони піднімалися, так ворушилися, і кров. До цієї ями, то кінець був аж коло колоса ще. До цієї ями стояли, ну пух-пух, а вони падають, а вони падають, а вони падають. Вони ще зразу був кінець ж на дорозі, а тут ці, це вони їх там їх багато було цих фашистів. Це вони їх підгонили, підгонили. Боже, хоч би хто був очі видирав, чим що вбивали, хоч так спокійно щось йшли, кажуть, це від Бога, це від Бога. Хто тут їх вдив? Кого тут? Крадькома хтось подивиться. А так побачить, то заб'ють.
Вот позвал, это позвал. Начали понедельник, вторник, среда. Три дня собирали, после первого массовых расстрелов, еще остались люди, евреи в Бердичеве. Они собирали понедельник, вторник, среда. Три дня, и в четверг после обеда гнали на Сукулина, там есть район аэродрома. Вот. Но после обеда, три дня собирали, четвертый день после обеда всех колонн и нас гнали туда. Ну, в район Сукулина, и там полицай, я сказал по-еврейски, давай разбежимся. Полицай, видимо, понимал по-еврейски, и он мне прикладывался туда, вот еще знак есть где-то, затвердение. У меня же глаза было темно, и так-то дошли туда. А потом я там, где раздевались, я убежал, я уже рассказывал. Раздевали, вот здесь раздевали и отсюда уже голые гнали туда. Я могу сейчас рассказать коротко так, потому что это долго рассказывать, я уже рассказывал. Вот тут стояли комбайны, которые ремонтировались, я под комбайн, вот высокий бурьян был. Я туда раз, последнюю рубашку туда сбрасывал, туда раз, и вот там я полежал. Немного долго не лежал, бы думаю, сейчас обнаружат меня. И по-пластунски на поля вывезли. Потом на Быстрых, село там на Быстрых я ушел. В общем, прибежал уже, когда прибежал к первым домам уже, стояла такая старая хата, я постучал, и уже стало темно. Я постучал, вышел там старик и говорит, ты что? Я говорю, так и так, убежал с-под расстрела. Они меня завели домой, ну, дали какие-то там лохмотья, я же был голый, дали лохмотья, одели, и дали мне там молока, потом там держали, это же край города там. Корову было, дали молока, кусок хлеба, я уже не ел это, потому что не шло. И переночевал у них. Они говорят, да, мы слыхали, как стреляли. Я им так в нескольких словах рассказал, бо я не мог говорить, держать меня. И рисковали они жизнью своей, чтобы нашли немцы или полицаи, так меня бы расстреляли, их расстреляли. Ну, Бог сохранил, я пережил, и вот я вам рассказываю сейчас вот эту историю. Потому что меня кормили, мне хлебом, я не зарабатывал хлеб, а меня кормили хлебом здесь. Первый хлеб, который мне после остался без родителей, меня кормили здесь хлебом, я поэтому несу хлеб. Ну, в честь памяти об этом. Несу хлеб. Хату там, дом один, сделал два полицая. Я говорю, добрый день. О, мы тебя давно уже шукаем. А что такое?
за єврея, за партизана ми отримаємо по 5 тисяч марок за те, що ми спіймали. Я говорю, я не єврей, я українець. Зараз побачу. Взяли мене, повели в цей совет, визвали старосту. Давай, скидай штани. Я збросив штани. Ну, у євреїв такий обичай, коли рождається дитинок, робить обрізання. Ну що робити? Я йду, вони з пістолетами, два пістолети йдуть. А в мене була воєнна кухойка, я був водітий, хлястик такий. Вони за хлястик ще держать там. Я кухойку раз у них в руках і туди, водить. Прижму воду. Вони, ну, стріляють, вони такі стрілки. Я під воду довго плив, поки я чув, поки дихання є. Що вони не можуть подивитися? Ось такі діля. Просто обращаюсь, щоб мій голос був услышаний простим людям всього человечества, що беріть мир, тому що війна – це смерть. Надо беречь мир. В нашій Торі написано, що Бог создав чоловіка, щоб він улучшав мир. А чоловік з оружием или з вооруженням таким, як зараз є, він хуже звіря. Чоловік вооружений. Или люди вооруженные, они хуже зверей, потому что зверь наелся и все, а они убивают миллионы людей, которые не виноваты. Поэтому я прошу, чтобы если это кто-то будет смотреть, чтобы берегли мир и пресекали этих поджигателей войны, чтобы не было войны во всем мире, чтобы был мир. Вот это моя такая просьба и заповедь, как говорится. Русі спадали.